Доброе время суток, дорогие друзья. Некоторые пишут даже, как бы и по соцсетям смотрел. Все жалуются, Windows 10, плохая пропускная система загрузки, например, или видео там плохо показывает. Потом какие-то пороги скачиваем, что смотрим видео, фильмы, все остальное. Ну, есть, конечно, выход из положения, но только те, которые постоянно занимаются в интернете. Сидим, кино смотрим, например, у нас он как бы не отключается система, там все остальное. Да, можно и что-то как-то сделать, но про сервера, например, никто нормально, это по идее, это сколько я не смотрел в Ютубе там или еще что-нибудь остальное, никто не выкладывал, никто практически не рассказывал про него, чем он дышит и как им едят, по идее. Да, вот я вот в основном сижу в интернете, занимаюсь фотошопом, например, ну, в принципе, все связано с интернетом, это не у меня. И у меня компьютер работает сутками. Кино смотрю. Я убрал, выкинул все свои сгоревшие коробки, которые они мне надоели. То, что 30 каналов постоянно зависает, постоянно пищит, визжит. Это, ну, меня это раздражает до такой степени. Редкий раз охота было, и телевизор выкинул. Купил себе второй телевизор. Два монитора. У меня сейчас один монитор. Я работаю на компьютере. С другим я смотрю телевизор. То же самое, как и монитор, только там яркость совсем по-другому. Цвета и все остальное соотношение намного лучше и круче, чем на мониторе. Сразу говорю. Вот. Можете просто взять себе тот же телевизор и переставить его на, сделать за место монитора вот эти ЖК, там все остальное соотношение будет намного лучше и круче, если мало кто знает, например. Вот чем отличается сервер? Практически он ничем не отличается, как я могу сказать. Ну, ничем. Вот сейчас тестирую, да, например, уже вторую неделю сервис 2019, да, прям реально 189, мне нормально. Потом ставить, вогнать туда в ключи, тут для меня это вообще это два пальца вертолетом пролететь. Вот, и как бы много интересного множество сделать. Сейчас буду показывать просто как бы в реале, чтобы было реальным. Вот, ну, в принципе, вот видите, вот можно настроить вот это вот то же самое. Ну, мало кто показывает, кто что как настраивает, как не писал. Они пишут, мы настраиваем только DNS, там FMS, хрены ты, а вот это вот мы не делаем, это нам она не мешает, нам это, ну, мне мешает. Мне это неудобно, мне неприятно, мне нехорошо, например. Я ее убираю. Так, загрузили мы драйвера. Естественно, туда как надо. У нас есть программа. Если нету, скачайте драйвер Боснер. Уберу. Вот. Видите, как-то неудобно. Он драться Боснер. Портативная. Почему говорю портативная? Они все у меня в одном месте. Так, что мы находим? Находим систему, дополнительные настройки, быстродействие, особые эффекты. Ну и как бы вот так вот все делаем. Это у нас сервер. Применяем. Делаем ОК. ОК. И как видите, он у нас есть сервер. Сам. Что еще надо сделать? Удаленный доступ нам не нужен. Мы ничем, никто играть, ну, это с друг с другом, если скачивать что-то у кого-то, должен был свой килобайтник быть или килобайтник, я не знаю.
чтобы с вашего жесткого диска со второго скачивали программы. Но в наше время сейчас облако, и зачем мне это все надо? Доступ. Вот есть удаленный доступ, пускай в облаке ковыряются и качают. Тут же самое можно играть в вашем танчиках, хренанчиках, ну и все прибамбасы. Также кино смотреть, все остальное. То, что вам надо будет установить, практически вам установит сама система. Вот, главное. Здесь маленько, видите, чуть-чуть по-другому, но ничего страшного. Здесь все есть у вас. Вот. Ну, как бы я вот сам вот эту защиту отключил. У меня свой стоит Касперский. Вот. Постоянно защита отключена. Установлен, но это надо перегружать. Я его пока не перегружал. Вот. Касперский сервис. Я больше ему доверяю, чем этим прибамбасам неправильным. Вот. Но не нравится он мне. Местный. Нехорошо, не люблю я его. Дальше, что у нас? В принципе, сейчас покажу по настройке. Здесь Dell установили, хренели, почистили, помутили его там, все остальное. Вот. Посмотрели, все сделали. Не надо лишние программы сюда загружать. Ну реально не надо. Просто не надо. У вас должно быть только вот простые там, ну я не знаю, я маленько-маленько поставил. Для игры они практически, ну, не нужны. Это вот эти библиотеки редкий раз нужны, чтобы про какие-то мне практически здесь ничего нету, сами видите. Практически он в сервере, в простом, он не, его надо специально скачивать, его с официального сайта там, ну, и ставить на сервер, специально для сервера все ставить надо. Даже вот этот аудиодрайвер тоже самое, надо скачивать ее. Практически скачивать надо с официальных сайтов. Не так вот просто. Так, очистка мусора, что приложил. Тут-то в приложении, там, как он голый, там, ну, ничего нету в нем. Ну, ни хрена прям. Реально он голая система. Работает он вообще довольно неплохо. Прям соцсети там, интернет прям прям реально молодец, без всяких. Вот я вот смотрю РЕН-ТВ, например, у кого-то скажет: о, у меня быстро там скачивает, там все остальное. Ну да, у меня-то, видите, они все прототипы. Чемпиона по спортивной ходьбе претендует Эльмира Я вот Судакова. Она выйдет на включил дистанцию и в 20 смотрю, километров. сколько мне Также есть надо шансы на в медали у россиянок интернете. в современном Больше пятиборье. времени сегодня надо, по идее. Ну а в художественной гимнастике... Вот, что еще? Здесь тоже вот у меня приложение тоже есть. Киноплей. То же самое. Ну, свободное от работы время я всегда смотрю фильмы. А у меня его постоянно валом. Включаю и смотрю. Скорость хорошая, прикольная, довольно неплохая. Не стесняйтесь, скачивайте без ключей. Если вас будут просить ключи, можете с официального сайта скачать. Так что я вот живу в деревне, 25 километров от Аскитима, Шубкова. Может, кто знает, конечно, знают все. И, как видите, 20 мегабит в секунду для меня это просто на мобильном телефоне, через мобильный модем, это нормально, в принципе, вообще шикарно. Вот. Чтобы вам сделать, как вам сказать, быстродействие, чтобы интернет, не надо вам искать DNS, MNS, там всякие там, а все остальное перебивать, перещелкивать. Скачали вот эту программу, посмотрели в интернете заранее, где купили. Ну, не купили, но все равно скачали. Скачали, покупать не надо их, они очень много, их валом куча целая есть их. Вот, что вот эта система.
что вот это вот очищаем DNS лишний, он как бы не нужен нам. Ноль сетевые адаптеры, у кого какой адаптер, вот все сетевые адаптеры делайте, работайте прям без проблем. У меня, например, Samsung идет мобильный USB модем. Кто знает, кто не знает, пишите, объясню. Смотрим время оклика. Ну, я объясню сейчас, что как его сейчас глянем. Это чтобы вам мозг не выносить, не бегать, не искать. Вот так. Так. Сейчас мы найдем. Мне это не надо. Ладно, давайте это глянем. Нет, это не то, мне это не надо. А, не, вот, вот она. Че, мозги-то? Это тоже. Блин, туда все дергаю. Так, отмена, подожди, что-то я не врубаюсь. Что-то я уже что-то потерял совсем, блин, а вот он. Нет, не он. А, да, вот они. Видите, здесь надо все вбивать, вот эту всю систему. Обнаружение, конфигурация там. Это, в принципе, вам это не надо. Изменять там все остальное просто реально не надо. Так, что нам надо еще? Здесь надо посмотрели, настроили. Применяем DMS, DNS, DMS. Все, он готов. Здесь посмотрели, почитали. Обновляем, включаем, устанавливаем. Все, у меня все установлено, все стоит. Так что быстро действие вам гарантировано. Еще раз говорю, когда вы будете тем больше программ вводить в эту в сервер, но они половиной, сразу говорю, не работают. Игры здесь практически не тянут. Они только работают в соцсетях. А, не в соцсетях, ну в соцсетях может даже играть. На серверах танки, например, там GTA-шки, там симуляторы, там все остальное работает только через сервера. Так что вам, если будет вот эта билиберда выскакивать вот серверов, она вам вообще практически не нужна. И настраивать вам она не нужна, то же самое. Ни к чему. Настраивать там сервер, все локально, это все. Это, вот эта хрень себе нужна, чтобы удаленным доступом работать. Со школы, в школе, например. Нет, не в школе, это, например, ты дома сидишь и своим же компьютером занимаешься, что-то делаешь. Вот. Или в школу там удаленный доступ там это, ну все остальное в принципе как-то так. Цены я не знаю, но еще раз говорю, ключи вставить это тоже не проблема. Я потом, когда все будет сделано, я выложу полностью, как вставить онлайн, офлайн даже можно сказать, делать то же самое, ключи как вставлять, какими программами и все остальное. Но выкладывать я не буду его. Это видео будет это только в Одноклассниках у нас. По всей меня просто заблокируют, забанят и ну и все остальное. Меня многие уже банят и все остальное делают, отрубают. Microsoft и всякие остальные припомбасы. А так, ну ладно, всем до свидания. Приятного просмотра. Еще раз говорю, кто хочет работать в интернете в основном, кино смотреть, за место всяких коробочек, все остальное, вот вам, пожалуйста, сервер, простой сервер. Ничем не отличается, только здесь игра, играть вы без интернета не будете, ну, может, и какие-то игры и будет легенькие, ну, и то навряд ли. Так что кино смотреть, играть по онлайну и все остальное. Это только чисто для вас. Но
А кто занимается программами, это надо иметь две системы, например. И вот у меня стоит две системы по 50 гигабайт. Вот одна система стоит, вот у меня вторая система стоит. Вот это у меня простой стоит для рабочих станций и S. Вот. В принципе, можно даже посмотреть и проверить, как это будет. Вот у меня вот две системы, например, для рабочих станций стоит. Открываем сессию. Вот он. И я вот обои смотрю и делаю как-то ремонты какие-то, развертывания. Ну, в принципе, здесь ничего такого сложного нету. Кто маленько не знает, кто маленько не понимает, можете писать. Объясню, расскажу, вопросов никаких нету. Всем пока, до свидания. Еще раз пока. Пишите.